Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Нива Урбан. Автомобиль приехал на полную шумоизоляцию. Салон разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике, такие вот полосы небольшие проклеили. Арки тоже, несколько кусков крылья. Смотрим в дверях. Двери, один кусок. Такие барабаны у нас. Пол в салоне тоже где-нигде вибры проклеили. Все равно этого мало. Сейчас подготовим поверхность, все обезжирим и приступим клеить первый слой. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Нива Урбан. Показываю, что у нас получилось. Такой сплошной ковер получился у нас на полу в багажнике. Также прокатали арки, крылья. Проклеили первым слоем двери. Вот такой ковер положили на пол в салоне. Смотрим дальше. Так, закончили клеить шумоизоляцию на Ниве Урбан. Второй слой проклеен. Показываю, что получилось. Проклеен пол. Багажники, арки проклеены. Проклеили второй слой в дверях. И закончили клеить пол в салоне. Приступаем к сборке. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции на Ниве Урбан. Весь пластик, все детали салона стоят на своих местах. Все стоит по-заводскому. Никаких повреждений после сборки салона мы не оставляем. Ставьте свои комментарии. Всем пока!